Дорогие друзья, всем привет с выставки достижений народного хозяйства. Здесь так красиво, решил сегодня прогуляться, заодно и гимн свой послушать. Итак, я нахожусь на ВДНХ, время 18:00, и каждый день в 12, в 15 и в 18:00 из репродукторов ВДНХ звучит гимн выставки достижений народного хозяйства, написанный мною на стихи Валерия Калинкина в исполнении легендарного коллектива, ансамбля имени Александрова. Это на самом деле счастье, дорогие друзья, ощущать себя частичкой великой страны. И вот он, гимн. Та-дам-та-дам-та-дам. Счастье, друзья. Здесь каждый экспонат, здесь каждый павильон. Советская, российская история. И вот они поют. На долгие года, на вечные века, ты наше достояние, ВДНХ. Эх, хорошо. Ты наше достояние, ВДНХ. Спасибо, спасибо. Всем привет с ВДНХ.